Все, сейчас будет групповой этап Лиги Европы. Матч против Айнтрахта Леброна. Леброн в прошлом сезоне играл за Интер. Мы с ним встречались то ли в четвертьфинале, то ли в полуфинале Лиги Чемпионов. Тогда я его прошел, но это было на PS4. Как он играет на PS5, я абсолютно не представляю, если честно. Начнем без прессинга. Надеюсь, он не слышит. Опа, это я зря. Начинаем желтый, да? Ну, пожалуйста. Неплохое начало. Хорошо. Неплохая комбинация. Боже, как это прошло? Пойдет. Пойдет. Блять, какие глупые ошибки. Еще я выбросился здесь. Что ж ты подвинуть успел? Бля, ну Холланд, чё за приколист? Спасибо, Донаруму, просто я так отскочил сейчас жестко. Я за сайд. Пережал. Блять, какой пасик. И мячик, четко мячик. Вот цена. Сейчас другая игра будет. Хорошо, за Дембеле, который только вышел, вот так вот тебе. А, ты чё, не примагнитился? Блядь, теперь такая непонятная атака сейчас идёт. Ой, блядь. Спасибо, Донарума. Жесть. Ёбаный брат, спасибо, Донарума. Не, всё, брат, сори, но я уже не отдам тебе мяч. Тут уже извини. Спасибо за игру. Это было жестко. Итак, вот теперь ситуация такая. Если я выигрываю у него эту игру, я автоматически с первого места из группы в Лиге Европы выхожу. Если я проигрываю эту игру, он еще в теории может меня перегнать. Такая ситуация. Я могу просто не выйти из группы. Или первое место, или не выйти из группы. Вот такая. Зелененький. Вынимаем. Бля, ближку бил, там уже точно гол был бы. Зеленым. Ну, зеленые сразу полетели просто. Оу! Да пенальти, реф, алло! Что это такое было сейчас? Кто мне ответит? Сейчас сквозь игрока проходит и сейчас. Ну, блядь, ну алло, ну что это? Ну, в натуре. И сейчас отскакивает, ну, блядь. Хорош! Грани души. 45-я еще. Хорошо, Алаба успел. Класс. Пиздец. Здесь теперь такие зоны, ёбаный в рот. Или я полетел. Как же мне везет. Везет сильнейшим. Играем. Игра развернулась
Но да. Нет, нет! Блять, отпустите меня, хватит. Не дыши меня так, Леброн. Я хочу в плей-офф Лиги Европы. Что я творю? Капец. Сейчас он просто не нажал направление. Может, он думал, что я двигать буду? Но я просто не успел его подвинуть. Я собирался. А, можно было убежать. Забили. Я просто в шоке. Жесть. В итоге я забил. Ого. Конечно. Лайки навалим, пацаны, можно. Было бы приятно. Поддержим стримера, который почти вышел с первого места в Лиге Европы. Гандикап Лиги. С первого места!